Это является нормальным явлением, что из неприемлемых мест, где мы не можем говорить о покое, перезахоронят останки на кладбище. Это будет наверняка случиться и здесь, на Тынис-Мяки. Мы пока еще не приняли решение о перезахоронении, но это зависит от результатов раскопок. Будем ли мы получить информацию, кто или вообще похоронен туда кто-нибудь или нет и так далее. Saved empty faces. Now my